Привет, друзья, с вами Флок, у нас два новых видео. Одно с Курултая, давно, кстати, не смотрели с Курултая, а здесь целых, получается, два прям крутейших видео. Это Шиза и Улукманапа ОАД, лайв, опять же. Ну вот, и от Джейсана там еще новенькое видео. Давайте, поехали. Ох, с Билайном сотрудничество. Прикол. Шымкент, Бишкек. Прикольно, кстати, вставки начали делать. Типа комиксы видели, да? Раньше такого не было на Курултае. Этот трек уже культовым стал. Блин, у меня мурашки постепенно так. Прикольно, очень круто. Скоро у нас, кстати, будет, слушайте, скоро будет фит у нас от Манапа с Бакром. Да, уже, кстати, сниппет есть. Блин, что будет пушечное мясо, короче. Слушайте, ну лайфа в звучании я здесь не услышал. В звучании именно. Оно как будто бы, ну, просто студийное. То есть это как будто бы вот не в лайфе они записывали. Да, ну, просто студийная запись. Но очень круто. То есть атмосферно очень выглядит. И Курултай все, знаете, как вот все выше и выше на ступени прыгает. То есть очень прикольно у них уже. Очень прикольный у них фон. И, в принципе, все, что происходит, очень прям атмосферно. То есть если раньше, знаете, ну, как бы хромаки висел, да, и там цвета менялись, то сейчас, блин, все гораздо круче. Так, Джейсан и Батя. Опа. Угу. Поехали. Это мут-видео. Не стал смотреть мут-видео до этого, которое было трека, поскольку мы слушали его. Это саундтрек и к сериалу имеется в виду. Ну, потому что слушали, смотрели. Не стал смотреть, имеется в виду, на видео. Вот, так что давайте посмотрим. Блин, если бы вот ребята еще добавляли субтитры, было бы, конечно, еще лучше.
Так, давайте посмотрим, может, русские прогрузятся. Не, нифига. Ну ладно. Наличие субтитров в видео делает это видео общедоступным, имеется в виду для большего числа зрителей. Поэтому это очень важно. Задумайтесь. Прописать, конечно, это какое-то время понадобится, да, но тем не менее это очень хороший как бы шаг вперед. Ой, прикольный у него вокал. Ага. Стой, заново. У него очень вокал такой прикольный, знаете, мелодичный. Сейчас, ну, как будто бы он не только читать, как будто бы он еще и петь сейчас будет. Звонкий голос. Не будет здесь релакс. Да, вайбовенько, очень-очень. Неплохо, да. Вот, а Крык и Собак, да, вот до этого я смотрел этот мут, то есть не стал его записывать, блин, тоже очень круто было. Ну, блин, мы с вами два раза уже смотрели, вот, и трек слушали, и, в принципе, клип видели, да, очень-очень крутой и так далее. Этот трек ничем не хуже. Ладно, Лук Манапа Шиза. Очень крутой, то, как уже и сказал, да, очень крутой, имеется в виду очень крутой трек. Вот, и об этом я уже говорил не раз. То есть я, в принципе, не люблю повторяться, но я всегда повторяюсь. Очень круто. Ожидаемо, что он вышел, собственно, на Курултай. Вот на Курултай это всегда прикольно получается, да. Но, как уже и сказал, что-то я вот лайфа не услышал. Как будто бы это просто вот студийная обработка, ее просто положили на видеоряд и все. Ну, может быть, у них так и делается, фиг знает. Я просто думал, то есть они стоят прямо вот в студии и поют. Ну, может быть, они так круто сделали, что это вот такой лайв, да, и он как, в принципе, трек получился по звучанию, имеется в виду. Ну, и Жайсан Батя прикольно, кстати. Довольно прикольно. И почему-то думал, что это Батя, это прикольный такой у нее псевдоним, да, когда он петь начал читать, я думал, что сейчас будет чистый такой вокал.
Но нет, прикольненько, кстати, было бы, если бы здесь чуть-чуть разбавили чистым. И еще, то есть, вот получается, в принципе, у ребят, у которых чисто на своем языке, да, поют, было бы неплохо наличие субтитров все-таки, чтобы, допустим, я, либо еще кто-то там из русского населения, белорусского там и так далее, ну, взяли там любые субтитры, сделали, да, кто вот по каналам посмотреть, кто больше всего, вот, допустим, по активности, субтитры той страны и делать. Но это имеется в виду по наличию, то есть если уже канал растет, растет, аудитория прибавляется, можно смотреть, кто больше смотрит из какой страны. И, собственно, вот для этого населения делать. Но, наверное, Жайсана сейчас больше смотрит все-таки кыргызы, казахи, может быть, чуть-чуть, поэтому, в принципе, вот, не особо актуально. Но ладно, тем не менее, на будущее просто. Друзья, всем огромное спасибо, с вами был Флок. Всем пока, вот здесь вот Инстаграм, подписывайтесь, вот там сверху у вас тоже в правом верхнем углу был, подписывайтесь, все соцсети в описании. Давайте.